В связи с ростом количества пожаров и возгораний, распоряжением губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым с 1 октября по 1 ноября был объявлен месячник по обеспечению пожарной безопасности. На территории Иркутской области с начала года зарегистрировано 4735 пожаров. За аналогичный период прошлого года было 4710 пожаров. На пожарах погибло 135 человек, из них 7 детей. Аналогичный период прошлого года 122 человека погибло, из них 11 детей. Получили травмы в этом году 142 человека, аналогичный период прошлого года 144 человека. Только на территории города Саянска с начала года произошло 24 пожара. На пожарах погибло 2 человека, получили травму 2 человека. В связи с чем, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области, а также в целях стабилизации оперативной обстановки пожаров, предупреждения пожаров и гибели на них людей, распоряжением губернатора по всей Иркутской области с 1 октября по 1 ноября 2022 года был объявлен месячник по обеспечению пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности объектов образования является одной из приоритетных задач подразделения надзорной деятельности. Сотрудниками МЧС регулярно проводятся профилактические мероприятия с детьми в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Помимо этого, нами запланирована также работа с образовательным учреждением в городе Саянске. Это занятия на классных часах со школьниками по урокам основ безопасности жизнедеятельности, где будет уделено внимание пожарной безопасности, правила эвакуации со школы в случае какой-то нестандартной ситуации, правила действия при пожарах, не дай бог. Также правила «дети остаются дома, так как родители на работе после школы». Правила поведения в домашних условиях, чтобы не забывали отключать электроприборы, когда уходят куда-то на улицу погулять. Все эти мероприятия будут направлены на обеспечение безопасности наших детей, которые обучаются в школах. В рамках проведения профилактической операции инспектор отделения надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Иркутской области совместно с добровольцами и сотрудниками полиции будут проводить подворовые обходы многодетных неблагополучных семей с целью профилактики пожаров и гибели на них людей под особым контролем дома-интернаты с массовым пребыванием людей. В рамках месячника по пожарной безопасности нами будут организованы эвакуации, это в местах с круглосуточным пребыванием людей, маломобильных групп. Цель данных мероприятий, конечно, узнать подготовленность персонала, увидеть, чтобы все эвакуационные пути были свободны и не загромождены, ну и также действия персонала по эвакуации, это по тушению возможного очага пожара, по эвакуируемым, особенно маломобильным, по наличию носилок, наличию колясок, наличию подготовленности персонала. Спасатели напоминают о том, чтобы обезопасить себя, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности, следить за состоянием электропроводки и печного отопления, не оставлять без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Кроме того, нужно помнить, что беспечность при обращении с огнем может обернуться трагедией для десятков людей. В целом, конечно, по Саянску могу сказать, что обстановка у нас, конечно, стабильная, ну, несмотря на ту гибель, которая была допущена, все-таки ж пожаров 24 за год, это не такое большое количество. Что не могу сказать, например, про соседний регион, ну, про Зиминский, так как там частный сектор, и пожары в основном приходятся вот на частный сектор. Ну, в Саянске обстановка, конечно, под контролем, можно сказать, лучшая по Саяно-Зиминскому региону. Анализ, проведенный спасателями, показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, а нередко неосторожность переходит в небрежность, это курение пользовыми приборами освещения с неисправной электропроводкой.